Открытая студия. Открытое правительство. Вы слушаете «Радио 1», работает открытая студия Дома правительства Московской области. У микрофона Владимир Вахрушев. Моя гостья – директор муниципального общеобразовательного учреждения, лицей номер 4, город Дмитров, Татьяна Малинникова. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Поговорим как педагог с педагогом. Вы педагог, как говорится, на передовой, а я по диплому. Поговорим, безусловно, о целях и задачах, которые губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поставил перед ученическим и учительским, в первую очередь, сообществом. Конечно, это достижение результатов по международному рейтингу ПИЗа. Топ-15 в этом году, топ-10 в 2021 году. Амбициозные, с одной стороны, цели, потому что в рейтинге 2018 года, если я не ошибаюсь, 26-е место было образовательной системы Подмосковья. Да, 26-е. Да, ну вот такой скачок. Смотрите, у нас получается 9 мест за этот год и потом еще набрать. Есть ли резерв у Подмосковья для того, чтобы эти задачи воплотить? Исследование международное ПИЗа, оно уже не пришло только в 2018 году. Мы участвовали уже на протяжении нескольких вот этих трехгодичных сроков. И понятно, что когда мы вошли в это исследование, мы стали понимать еще несколько лет назад, что нужно что-то с образовательным процессом менять. И кроме предметной парадигмы, которая у нас изначально в российском образовании очень сильная, нужно что-то перестраивать к деятельностным задачам. Вообще, на самом деле, ПИЗа – это функциональная грамотность. Это когда ребенок может решать, использовать все свои предметные навыки для решения любой абсолютно задачи, в любом контексте. То есть ты попал в квест, давай его решай. Да, да. С точки зрения математики все объясняется просто. Есть история, из нее нужно создать математическую модель, решить математическими средствами и вернуться опять в эту историю. Вот для того, чтобы ребенок понимал, как это сделать, если бы мы начинали Московскую область стартовать только сейчас, наверное, это была бы сложная задача. Но поскольку уже есть предпосылки развития системы образования, которая этим занимается на протяжении нескольких лет, я думаю, что это совершенно достижимый результат. То есть мы не начинаем разбег, а мы просто продолжаем движение. Ну, есть образовательные коллективы и школы, которые этим занимаются на протяжении нескольких лет. Мы, например, уже год пишем метапредметные задачи. В Дмитровском городском округе есть группа учителей, я ими руковожу. Мы пишем метапредметные задачи по математике в формате ПИЗа в историческом контексте. О как! Да. А можно для примера, ну, я навскидку, или это долго? Нет, ну можно, предположим, если мы берем эпоху Петра Первого, и мы рассматриваем, как работает астролябий для того, чтобы померить расстояние между двумя берегами реки. Рассказывается историческая история, интересная, и в этом контексте нужно решить помочь одному из помощников Петра построить этот мост. Вот астролябий ему помогает. Вот, так интересно, кстати. Но вот астролябия, опять же, сейчас за слово зацеплюсь, за предмет. А работает ли сейчас такая практика для человека, который никогда этого не видел и не понимал? А вот здесь начинается метапредметность. Межпредметность – это когда мы два предмета, предположим, ведем на уроки. Литературу, например, с музыкой. Метапредмет – это тогда, когда ребенок может использовать все свои знания, как раз функциональная грамотность. Если построить занятие в формате перевернутого класса, когда на дом тебе задаются интересные исторические факты с объяснением, что такое астролябия, вообще почему происходило, что происходило во времена Петра, почему они там строили мосты, почему развивался флот и так далее, то тогда эта история перерастет в математику уже осознанно. И тогда не будет возникать вопрос, что такое астролябия. То есть для того, чтобы контекст исторический был, нужно подкрепить математическую задачу очень интересной историей. Так, хорошо, но тогда получается, что и педагог должен быть подготовлен вот к таким изменениям процесса. Какие-то мероприятия, мастер-классы, семинары проводятся на территории Подмосковья именно для педагогического состава вот по изменению такого восприятия? Я не могу сказать, вот всю Московскую область проанализировать, хорошо, но то, что это проходит у нас, это 100%. И то, что как клуб директоров мы выезжаем в территории и говорим о метапредметности и необходимости изменения роли педагога, это действительно так. Мы же понимаем, что говорящая голова никому не интересна.
у доски. Педагог интересен тем, когда он заражает что-то и организует деятельность. Вот как только деятельность совместно существует, это становится интересно и педагогу, и детям. Но если мы говорим о метапредметных задачах, тогда учителя должны научиться взаимодействовать друг с другом. Угу. Потому что математик интересные исторические факты найдет, но потратит очень много времени. И изложить может не так. И, да, угу. Да. А историк не может решить математическую часть. Вот для того, чтобы мы с февраля сейчас вводим этот курс, опробируем его у себя в лицее, вот для этого мы собрали метапредметную группу, где работают учителя, кстати, русского языка, потому что это читательская грамотность, угу. учителя истории обществознания, учителя математики. Ну вот смотрите, четыре направления, которые используют в качестве оценки ПИЗа, да? Проводя аналогию с ЕГЭ, не будет это вот своеобразным, ну уж простите, натаскиванием ученика на то, чтобы он хорошо ответил рейтинг? Или все-таки надо смотреть шире и глубже? Натаскать на ПИЗу невозможно, это 100%, это методологически невозможно. Чуть меняя контекст, ведь когда происходит процесс тренировки, вот такой бездумной тренировки, угу. просто даются определенные контекстные задачи, и они решаются по образцу. ПИЗа интересна в том, что каждые 3 года они абсолютно обновляют свою базу. И каждый раз привносит что-то новое. Предугадать, что они подготовят через 3 года, невозможно. Uh-huh. Поэтому либо мы занимаемся мышлением ребенка, либо мы натаскиваем. Натаскивание, как показали результаты Казани, не дают uh-huh. рейтинга такого, который нужен. А вот вопрос смены самого образовательного процесса. Все-таки учитель, который ретранслирует знания на тех, кто сидит за партами, возможно, без практического применения, это уже вчерашний день. Насколько современные выпускники педагогических вузов приходят подготовленными к этому, или же насколько они готовы меняться вот в этих современных условиях? Если проанализировать выпускника педвуза, предположим, 5 лет назад и сейчас, угу. две большие разницы. Не секрет, что определенное время назад в педагогической вуз шли по остаточному принципу. Никуда не поступил, но хоть в педвуз поступлю. Угу. Выбор целенаправленный был очень нередок. Поэтому и уровень выпускников был достаточно низкий. Сейчас ситуация меняется. На самом деле профессия педагога, она очень многогранна и интересна. И сейчас, когда педагог еще имеет и социальную поддержку, это выплаты, доплаты, это поддержка молодых, это интересные программы развития для молодых, то, конечно, это стало достаточно интересно. И тот выпускник, который приходит сейчас, совершенно другой. А можно ли говорить о том, что учительский авторитет начинает возвращать свои позиции с 90-х прошлого века? Я вам открою маленькую тайну. У настоящего учителя авторитет никогда никуда не уходил. Его всегда уважали и уважают. Это зависит от личности человека и от желания работать и понимать детей. Поэтому сказать, что был период такой, когда совсем авторитета не было у школы, нет. Это были отдельные части, к сожалению, они муссировались, может быть, очень сильно в обществе. И создавалось такое впечатление. Такое, да. Настроение, мне, да? Сложно представить ситуацию, когда к нашим учителям в лицее относились бы без уважения. Если такие ситуации возникают, мы просто беседуем с родителями. Взаимопонимание мы находим всегда. А взаимопонимание с учителями о том, как продвигается учебный процесс и о том, как должна меняться образовательная система Подмосковья, мы продолжим разговор с моей гостьей, директором муниципального общеобразовательного учреждения лицея номер 4 из города Дмитров, Татьяна Малининникова. Татьяна Владимировна, по поводу коллектива. Новые учителя приходят в коллектив с уже сформировавшимися традициями. С одной стороны, новый человек, новое видение. С другой стороны, есть определенные правила. Насколько сейчас педагог именно в педагогическом сообществе гибок и пластичен? Вот в рамках, например, лицея номер 4. Мы не очень типичное образовательное учреждение, потому что практически каждый год у нас меняется до 20-25% педагогического коллектива, мы растем. А, вы растете? Мы становимся востребованы. То есть меняется это в плане плюса? Да, плюса. Нет, но бывают ситуации, когда люди уходят, потому что это декретный отпуск, угу, угу. и мы ждем через 3 года. Да, это приятная история. Но мы постоянно
прирастаем новыми кадрами каждый год. И достаточно много. У нас были года, когда это было 10-12 человек, когда 8, когда 6. Но это всегда новые кадры появляющиеся. Поэтому мы достаточно динамичны. И у нас очень хорошо относятся к новым людям, которые приходят в коллектив. И мы всегда идем по принципу не звезды в коллективе, а звездный коллектив. Каждый приносит свое. Когда звезда в коллективе, то она видит только себя на небосклоне. Безусловно, да. Когда это общее понимание звездности коллектива, тогда каждый приносит свои вещи. У нас появились, например, Apple Class, когда к нам пришла Елена Александровна Кириленко. И мы начали разновозрастные вот такие классы смешанного обучения. То есть с приходом новых педагогов приходят новые идеи. Я знаю, что учителю очень важно следить за какими-то новшествами, изменениями по предмету. Директору, мне кажется, нужно охватывать не только предметную часть, но и шире организационные какие-то моменты. Что сейчас является, скажем так, главным модным трендом для образовательных систем? На что вы обращаете внимание? Ну, наверное, про всех тоже сказать сложно, потому что дефицит у всех разный. Угу. Что для меня сейчас важно для нашего коллектива, это горизонтальные связи. Вот что такое ПИЗа? Это еще умение работать в группе и в коллективе и достигать результата. Если этого не умеют взрослые, дети никогда этому не научатся. Ну, потому что взрослые их тоже не научат. Конечно, этому. Это будут барьеры. Поэтому для нас сейчас важно это горизонтальные связи. Это вот метапредметные группы. Мы, например, в марте запускаем такой проект, как «Учим вместе», когда два учителя разных специальности будут вести в одном классе один урок с решением задач на функциональную грамотность. Угу, интересный вариант. Да, мы работаем, кстати, с МГУ сейчас, это Московский государственный областной университет, школа проектного интенсива, и для нас студенты разрабатывают метапредметные дебаты. Интересно. Мы надеемся, что эти студенты в будущем придут к нам. Вот, кстати, сняли с языка, у меня следующий вопрос. Очень многие коллеги ваши в беседах говорят о целевом обучении их выпускников, которые, во-первых, сознательно идут в должность, в профессию учителя, а во-вторых, уже целенаправленно готовы вернуться в родную школу для того, чтобы стать педагогом. У вас как вот с этим обстоят дела? У нас каждый год бывают дети, которые поступают по целевому направлению. Они к нам возвращаются. Сейчас у нас работает психолог, которая ушла из нашего лицея совсем-совсем недавно, и она уже пришла к нам работать. В следующем году мы ждем учителя начальной школы. Поскольку мы коллектив молодой, мы всего с 2004 года организованы как образовательная организация, то у нас, наверное, таких... такого количества пришедших обратно к нам учеников, как, например, коллег, может быть, и не быть. Но то, что к нам возвращаются, и то, что это обучение осмысленное, это да. Ученики. Ведь очень важно, чтобы среда, которая создается в школе, вот в этих стенах, она охватывала всех и были... как метапредметные связи, да, и в этом плане. Что в вашем лицее вы считаете первоначальным для достижения подобной ситуации? Что делаете? Мы не проводим мероприятия. Вот сейчас как? Мы организуем события. Угу. Когда ребенок является придумщиком, закоперщиком, и реализатором того, что он придумал, тогда это становится событием. То есть не мероприятие ради галочки. Встретились, провели мероприятие, поставили, отчитали, сделали фотографии и ушли. Угу. А это касается многих. Например, один класс придумывает сейчас детский парламент. Они седьмой класс. Они, в общем-то, еще не очень велики для того, чтобы этим заниматься. Они не очень понимают даже, что да. это, да? Но у них идея такая, что они сейчас должны поднять ученическую общественность для решения экологических и волонтерских задач. И они придумывают детский парламент. И сейчас это движение, это событие вовлекает и всех остальных, потому что это интересно, это идет от них. Взрослый в этой ситуации, умный взрослый, всегда будет рядом, никогда не впереди. Всегда рядом, помогая, подсказывая, где-то научит, где-то подскажет, где найти информацию, с кем пообщаться и что сделать. Какими-то своими находками делитесь с коллегами? Насколько у вас открыт процесс для коллег по Московской области или, может быть, в стране?
Ну, поскольку я являюсь членом клуба директоров Подмосковья, то с методическим автобусом, который у нас практически каждый месяц ездит по различным районам Московской области, мы с нашими коллегами ездим и делимся всей информацией. Вообще лицея достаточно открытая организация. То есть к нам можно прийти всегда, на любой урок. У нас есть дни открытых дверей, когда родители приходят на занятия. Более того, наши родители ведут эти занятия. Да вы что? Да, они являются такими учителями номер два. Подожди, а как это происходит? Мне просто идея очень нравится, но, во-первых, кто был инициатором, а во-вторых, как это выглядит на практике? Вот образовательный процесс всегда касается троих. Ученик, учитель и родитель. Угу. Но не всегда складывается так, что родители являются полноправным участником этого процесса. Просто потому, что не всегда ему рассказывают. С какого-то момента мы начали рассказывать нашим родителям, что мы делаем, для чего мы делаем, как мы делаем. Вот, например, вчера у нас проходило традиционное собрание общешкольное, которое мы вообще редко проводим, общешкольные собрания, я не очень верю в эту форму. Но есть определенные темы, на которые мы собираемся и обсуждаем. Например, это была вопрос о безопасности. Это тема для обсуждения, мы обсуждали. Но в завершении всего я рассказала родителям о том, как мы сейчас уже выстроили работу по подготовке к ПИЗе. И родители, которые после собрания остались со мной обсудить, подходили и спрашивали: нам хочется посмотреть эти задания самим, можно ли прийти на урок порешать вместе с детьми на внеурочку эти задания. А ряд родителей говорят о том, что, наверное, они помогли бы нам с исследовательской базой, потому что задача, естественно, научного цикла – это гипотезы и план исследования. И они говорят, что мы могли бы вам, вашим детям показать, ну, нашим детям показать. Угу. Да. Скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, ну а вот то, что касается родителей, давайте мы срез сделаем. Мы по студентам педагогических вузов сделали срез. По вовлеченности и по увлеченности школьным процессом родители меняются, вот, скажем так, по вашему мнению, ну, возьмем там последние там, 5-10 лет тоже. Конечно. В какую сторону, как? С моей точки зрения, только в положительную. То есть процент родителей, которым становится интересен образовательный процесс и которые готовы в него вовлекаться, растет с каждым годом. Просто потому, что мы начали разговаривать неформально, не на общешкольных собраниях, не с трибуны, не лозунгами. Угу. Мы просто начали собираться, рассказывать, что происходит в школе и что мы делаем, как мы делаем, советоваться. Например, когда у нас вот сейчас наступает пора, это январь-февраль, когда наши семиклассники выбирают предпрофиль. Угу. Это, знаете, это такое движение в лицее, это такое яркое обсуждение среди родителей, среди детей, среди педагогов, кому какое направление выбрать. К психологам выстраивается очередь из желающих посоветоваться. То есть это такой общий процесс, в котором родители являются одними из основных. Кстати, очень сложно было переубедить родителей, когда мы только начинали этот отбор в разные предпрофильные классы, что не их желание является основным. Ну, здесь уж, к сожалению, да, процесс-то такой. Но они начинают нас слышать. Да? Да. А, кстати, вот открытость школьного процесса, ведь, с одной стороны, это хорошо, школьный портал, видна аналитика, ты можешь посмотреть, как учится твой ребенок, ты можешь понять, как учится твой ребенок в разрезе класса, параллели. Но я о другой открытости хочу поговорить. Сейчас тренд задали политики, что вот, социальные сети, обращайтесь, жалуйтесь, мы будем рассматривать. Не, скажем так, не приносит ли суету и шелуху, простите, мне такое высказывание в общение и информационное поле полезное, присутствие родителей вот в таком количестве, потому что пресловутые родительские чатики, о которых уже и юмористы шутят, да и, мне кажется, люди, которые привыкли к определенному стилю общения, они тоже за голову хватаются, потому что вынуждены это все читать. Вот вы как решаете этот вопрос? Есть у вас какой-нибудь контроль, модерация всех этих процессов? Вы же как директор наверняка вовлечены в процесс не только с одной параллелью, а со всеми вместе. Про соцсети и открытость.
мой телефон на сайте школы личный, моя личная почта на сайте школы. Единственное, что я всегда договариваюсь, когда начинаю работать, особенно с будущими родителями первоклассников, когда они только входят в наш образовательный процесс, я убедительно прошу, что если они берут трубку, значит, я вам перезвоню, или лучше написать. Но когда вы пишете, определите хотя бы класс. У нас 53 класса в лицее. Ну да, да, да. Определить Иванов из какого класса или с какой параллели, это всегда бывает сложно. Я не могу сказать, что моя жизнь превратилась в ад из-за того, что мне постоянно звонят родители. Ну, наверное, потому что есть же педагоги, классные руководители, которые их буферной зоной такой являются. Нет, буфером является директор. А, вот так. Образовательный процесс – это святое. Во время образовательного процесса учителя и ученика не должны отвлекать никакие посторонние разговоры, никакие посторонние обращения. Поэтому у нас заведено, и все коллеги прекрасно понимают, что если родители позвонили мне, то они не пошли через их голову, а они просто решают какую-то сложную проблему в то время, когда они ведут уроки. Поэтому скорее здесь такой буфер – это я. Звонят мне. Но с течением... Вот такая практика у меня уже, наверное, на протяжении 5 лет. На протяжении 5 лет я понимаю, что звонки становятся разумные, вопросы конструктивные, и люди, которые звонят даже в эмоциях, они все равно готовы решать. Вообще мы не затягиваем никогда ни с какими вопросами. Возникло, собираемся, решаем сразу. Хорошо. Ну, честно говоря, меня все время эта открытость слегка настораживала, потому что я представляю, что в голове у учителя, который готовится, особенно если учитель, например, младших классов, и ведет многопредметное преподавание, и его засыпают какими-то вопросами, здесь я встаю целиком полностью на сторону учителей. Но в этой ситуации я все-таки контролирую какие-то вопросы в чатах. Дим, сколько у нас еще времени? 5 минут, окей, хорошо. Татьяна Владимировна, ну, возвращаясь все-таки к теме образовательной системы Подмосковья и ближайшей задачи на топ-15, та проделанная работа, которая велась и которая ведется сейчас, безусловно, это неплохой фундамент. Но есть ли моменты, куда необходимо сделать движение и что-то поменять именно сейчас? То есть это будет именно новшеством для образовательной системы региона, для того, чтобы, опять же, соответствовать поставленным целям. Мы уже с вами говорили о том, что оттренировать задачи ПИЗа невозможно. Нужно менять образовательный процесс. На уроках должна появиться групповая работа. Это мое четкое убеждение. Я была на стажировке в Сингапуре, у нас есть в лицее тренер, который ведет эти групповые технологии. Я понимаю, что Сингапур – это отшлифованные приемы и методы идей, которые Выгодского. И они никто, все только подтверждают этот факт. И групповая работа должна войти в школу как привычная работа. При этом, когда мы решаем все-таки, говорим о предметном обучении, мы должны понимать, что предмет шире того предмета, который мы преподаем. В школе преподаются только азы. Сейчас весь интерес предмета на стыке. Физика невозможна без химии. Биология невозможна без информатики. То есть если мы сейчас не будем показывать эту метапредметность, и это должно войти в наши уроки, то мы опять останемся на парадигме только предметного образования. Вообще вот эти споры, мне непонятны споры, что должно быть, предмет или компетенция или навыки. Должно быть и знание, и компетенция, и навыки. Каждому должно быть свое место. Современный урок, поскольку федеральные образовательные стандарты дают нам только общую рамку, учитель способен на уроке создать свою систему, в которой ребенок будет деятельность развиваться. Хорошо, а вот такая подача, что есть международный рейтинг, мы должны к этому стремиться. Нужно ли объяснять стороннему наблюдателю, который может посчитать, что вы равняетесь на международный рейтинг, значит, у вас все не очень хорошо. Вот, потому что раньше все говорили, что советская система обучения одна из самых лучших в мире. Вот сейчас нужна ли государственная поддержка этой идеи, то, что образовательная система России не потеряла свои ценности? Образовательная система не потеряла действительно. Просто ее нужно развернуть сейчас в несколько другую плоскость. Международное исследование дает нам рамку этого исследования.
рамку движения вперед. Мы же понимаем, что в мире, который сейчас изменяется очень быстро, профессии на глазах меняются, одни уходят, другие приходят, мы не можем дать знания на всю оставшуюся жизнь. И если мы не научим ученика учиться, если он не будет понимать, что в течение жизни он несколько раз совершенно легко изменит свою дальнейшую профессиональную жизнь, он будет неуспешен. Поэтому международные исследования как раз приводят к тому, что мы обращаем внимание на эту практическую часть, на то, что компетенции и навыки дают ему, ну, знаете, такое понятие я у Александра Григорьевича Асмолова есть преадаптивность. Не адаптация, когда уже произошло, и мы боремся изменения, с тем, что произошло, а человек, который готов к любым изменениям. Он не боится этих изменений. Это, конечно, идеальный образ выпускника. Что ж, будем надеяться, что усилия педагогов не пропадут. Уж, по крайней мере, в нужном направлении будет движение у всей образовательной системы Подмосковья. Татьяна Владимировна, благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Я уверен, что многим родителям, да и ученикам, которые слушали нашу беседу, теперь во многом многие вещи станут понятнее. Я напомню, что в открытой студии «Радио 1» была Татьяна Малинникова, директор муниципального общеобразовательного учреждения лицея номер 4, город Дмитров. Татьяна Владимировна, успех вам и вашему коллективу. Спасибо большое. Всего доброго. Открытая студия. Открытое правительство.